Следующий вопрос. «Иза алка матаан фахалласау инсанун хали имликуху». Если человек выбросил какое-либо свое имущество, то есть бросил его, и какой-либо другой человек это имущество нашел, так может ли он забрать его в свое владение? То есть имеется в виду без объявления, не так, как находку. Хали ибн Кудама фильмурни говорит ибн Кудама в своей книге «Аль-Мурни». «Ва интарака матаан фахалласау инсанун». Если человек бросил какое-либо свое имущество, и его забрал какой-либо человек. «Лям имликуху». Говорит, он не должен его забирать в свое имущество. Почему? Потому что, говорит, нет опасности гибели этого предмета. Калхаши аль хайван, как мы разбирали в прошлом вопросе, как опасность для животного. Фаиннал хайвана ямут, изалям ютам о юска, потому что животное говорит, что может погибнуть, если его не будут кормить и не будут поить. Вот акулю сиба, а также его могут растерзать хищники. Вальмата ябка хатта ирджиа иля илейхи сахибу, а вещь, говорит, остается, пока к ней не придет ее хозяин. Ваинкан аль матруку абдан лям юмляк би агзихи. То же самое, если брошен был раб, кто-то нашел раба, то говорит, также раб не переходит в владение того, кто его нашел. Ляналь абда фил ада юмкинуху тахаллус иля ламакин аллати яишу фиха. Потому что, говорит, раб может сам самостоятельно дойти до таких мест, где он выживет, найдет себе еду, питье и тому подобное. Бихиляф аль бахима, в отличие от животного. Каль говорит ибн Кудама, валяху ахзуль абд валь мата ли ухаллысаху ли сахибихи, валяху ажру мисли фи тахлыс аль мата. Если же человек хочет спасти их для их же хозяина, то есть спасти эту вещь или спасти этого раба, чтобы потом отдать ее хозяину, то говорит, да, может это сделать и потом требовать определенные деньги, которые он потратил на кормление, на поение, допустим, этого раба или на сохранение этой вещи. Правильное мнение в этом вопросе, брат, следующее будет. То, что если человек нашел такую вещь, относительно которой ясно и понятно по косвенным доводам, что эта вещь была выкинута. Рахбатан ан, так что человеку эта вещь не нужна. Бывают такие места, в которых люди, допустим, что, я не говорю здесь, например, общественные мусорки и тому подобное, там, естественно, там никто не будет, находя вещь, делать какой-то тариф, какое-то объявление о находке и тому подобное, потому что там, естественно, видно, что люди там выкидывают вещи, которые им не нужны. Но, возможно, какое-то другое место, которое не так однозначно, то есть это не место сбора мусора, например, но в каком-то другом месте, но с другой стороны, есть какие-то косвенные доказательства, что человек выкинул его, не нуждаясь в этой вещи, все, специально его выкинул. В этом случае, если человек его нашел, не должен ни о чем объявлять, может забрать эту вещь себе. Если же выкинута вещь, которая видно, что она выкинута не просто так, но хозяин либо потерял ее, либо выронил ее и тому подобное, то это является чем? Обычная находка, о которой необходимо объявлять, и все постановления находки на нее распространяются. Далее.